Проверка технического состояния городского общественного транспорта в автопарке проводится каждое утро перед выездом автобусов на линию. В случае неисправности одного из агрегатов, соответствующую печать и подпись механика в путевой лист не получить. А это означает, что транспортное средство на линию не выйдет и не имеет права на перевозку пассажиров. Каждый день мы приходим на работу в 5 утра. Разогрев автобуса, проверка и выезд на линию занимает целый час времени. Ну а дальше работа на линии. И так каждый день. Кроме того, проверка требуется не только транспортному средству, но и самому водителю. Ежедневно каждый из них обязан пройти осмотр у врача. Сомнение в здоровье шофера также может привести к запрету выхода на линию. Ежедневно на три городские линии с нашего автопарка выезжает 40 единиц общественного транспорта. Каждый из автобусов тщательно проверяется. Кроме того, ежедневно, ближе к концу первой половины дня, мы проверяем техническое состояние маршрута прямо на линии. Впрочем, за работой и санитарно-техническим состоянием общественного транспорта следят и сотрудники транспортного отдела. В случае, если в транспортном средстве будет обнаружено какое-либо отклонение или здоровье водителя, то выпуск на линию категорически запрещен. За этим мы следим. Всего в областном центре услуги населению по городским перевозкам предоставляют 28 транспортных компаний. Бахром Абдуллаев, Николай Иванов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».